Обсудить проблемы и найти нестандартные решения. В Ульяновске собрались эксперты стран БРИКС. Это научные сотрудники ведущих учебных заведений, которые представили свой взгляд на развитие деловых и культурных отношений. В частности, молодежь Южной Африки уже выстраивает диалог с российскими единомышленниками. Во время своей презентации я рассказал о программе, которую мы проводим ежегодно. Она называется «Летняя школа БРИКС» и организуется университетом Йоханнесбурга и Институтом панафриканской мысли и диалога. Так что это ежегодная программа, которую мы организовали. Лу Янг впервые приехала в Россию. Гости из Поднебесной симпатизируют русской культуре. Дальнейшее сотрудничество может духовно и интеллектуально обогатить оба народа, считает эксперт. По мнению Лу Янг, у российской и китайской молодежи много общего. У нее также много наследия от Советского Союза, и у нее много традиций в том, как реализовывать свою глобальную мощь. По мнению Свадиша Сингха, активность молодежи сможет положительно повлиять на международные отношения. Россия находится на перепутье и сталкивается с определенной геополитической ситуацией. Но молодежь должна решить проблему на своем собственном уровне и понять, в чем именно заключается проблема. Ей также стоит наладить свои отношения с другими странами. На обучении участники из разных уголков России получили возможность узнать о взаимодействии стран БРИКС в политической, экономической и гуманитарной сферах. Лучшие представители программы смогут участвовать в молодежном саммите БРИКС, который пройдет в Ульяновске этим летом. Виктория Чиркова, Герман Баранов, Улправда ТВ.